Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Игорь Живой, инспектор пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Какие произошли в регионе за минувшую неделю пожары? Пожароопасный период. Повторим основные правила поведения в лесу. И если собираетесь в турпоход, какие правила безопасности следует соблюдать? Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме в городе Владивосток. По оперативным данным, 28 октября в 17 часов 19 минут на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в шестиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Котельникова в городе Владивосток. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. Пожарными из дома был эвакуирован один человек. На момент прибытия пожарных балкон, квартиры на пятых и шестых этажах были охвачены пламенем. В результате пожара два балкона повреждены огнем на общей площади около 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нету, причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении пожара было задействовано 8 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. Последствия пожара печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные требования пожарной безопасности. Вместе с тем, в период понижения среднесуточных температур сотрудники чрезвычайного ведомства напоминают о безопасности при использовании обогревательных приборов. Рекомендуется использовать технику, изготовленную только промышленными способами. Ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные или самодельные электрообогреватели. Избегайте перегрузки на электросеть, не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей. Не позволяйте детям играть с такими устройствами. Из-за устойчивой сухой теплой погоды на территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности. В связи с этим Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите костры в сухую ветреную погоду. Не бросайте непотушенные окурки. Воздержитесь от приготовления пищи на открытом в огне в пожароопасный сезон. Уважаемые граждане, соблюдение всех этих несложных правил поможет избежать вам возникновения пожара. Осень – это отличная пора для туристических походов. Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает о том, что не стоит забывать о безопасности. В случае, если вы направились на туристический маршрут, в составе группы или самостоятельно, рекомендуем регистрировать свои маршруты у спасателей. Согласно действующему законодательству, туристические группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 рабочих дней до начала путешествия. Также Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан не забывать об элементарных мерах собственной безопасности во время туристических походов. Для того, чтобы избежать неприятностей, необходимо, собравшись в лес, сообщить близким о маршруте следования и времени возвращения. Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности. В случае возникновения происшествий звоните по телефонам 101 и 112.